Книга «Открытым оком», том 24, тема «Христос есть истинный Бог и человек», вопрос 3691. Если у Бога много имен, то почему настаиваете, чтобы в храме звучало имя Божие Иегова? Разве недостаточно, что известно Саваоф, Агнец, Милосердный? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Достаточно, если один раз воздохнет человек и скажет: «Помилуй меня, Господи Боже мой!» Но об имени Божием родили великие мужи веры. Псалом 115, 4 стих. «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Пророк Иаиль, 2 глава, 32 стих. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». О призывании имени Божия ратовали все апостолы. Книга Деяний, 2 глава, 21 стих. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10, 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мало кто или почти никто из православных не знает имя Божие. Имя своего владыки желали знать все святые, кто входил в близкое общение с Богом. Имя Божие желал знать Авраам, и Бог не скрыл свое чудное имя. Книга Бытие, 22 глава, 14 стих. «И нарек Авраам имя место тому Иегова Ире, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Среди множества известных богов как было выделить единственного, кто управляет миром? Книга Исход, 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, и сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам“». Книга Исход, 17 глава, 15 стих. «И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси». Выдвигая в вожди народа тех, кому надлежало стать национальными героями-освободителями, Бог благословлял оставить память о встрече с ним. Книга Судей, 6 глава, 24 стих. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой». Почему было бы не оставить имя Божие хотя бы один раз в молитве Господней «Отче наш, сущий на небесах», где слово «сущий» так зримо подчеркивает его надмирность и нашу полную зависимость от него? Сколько к этой молитве добавили слов, которые десятки раз так и повторяются при богослужении, и ныне, и присно, и во веки веков. И в то же время при домашнем произношении этой молитвы ни разу, ни в одном молитвословии не была пропечатана полностью. А вот эти слова, Матфея 6:13, «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки», всегда опускаются. Почему? Пересказывая биографию Иакова для подражания ему, отрок Осия призывает всех к мужественному стоянию в борьбе со грехом, потому что наш Бог, Бог всегда живой, недремлющий. Пророк Осия, 12 глава, 5 стих. «А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова имя Его». После перевода Библии на русский язык имя Божие Иегова стали употреблять поэты. В книге «Библейские мотивы» поэты мира на библейские сюжеты на 300 страниц текста имя Божие Иегова встречается более 30 раз.
То есть на каждых 10 страницах стихов это чудное имя было зафиксировано. Правда, оно пишется у них иногда и чуть иначе. Егова. Откуда при царе могли... Или Егова. Это значит, ударение делает. Да-да, Егова. Откуда при царе могли это имя знать? Алексей Толстой, Мерзликин, Лавров, Козлов, Ольга Чумина, Красницкий, Григорьев, Крестовский, Фофанов, Яковлев и другие. А вот у писателей в прозе имя Божие практически отсутствует. Почему? Блаженный Феофилакт в своем толковании Нового Завета, в котором это имя не звучит, употребляет имя Иегова 11 раз. В житиях святых по Дмитрию Ростовскому имя Божие Иегова встречается не менее 29 раз. Но люди мало что читают, они приходят и стоят в храме, слушают, что читают там, что поют. И хотя мало что понимают, но от повторения все равно что-то же остается в голове. За 45 лет хождения в храм мне ни разу не встретился ни один православный, который знал бы имя Божие. Даже священнослужители и те мало кто знает, что Бог наш открылся в чудном своем имени Иегова лучшим сынам своим, чтобы они открыли его имя Иегова народу Божию. Книга Исход, 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы». Книга Исход, 33 глава, 19 стих. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Книга Судей, 13 глава, 18 стих. «Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И скрыл имя Божие не сам человек, а враг Божий. И хотя потеря от сокрытия Божия имени еще не явлена, но есть в мире что-то еще более высокое. Это Слово Божие, Святая Библия. Псалом 137, 2 стих. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Прочтем еще раз этот стих дивного псалма Давида. «Пред храмом приучили кланяться, имя же Божие скрыли, а до Слова Божия так и не добрели». Бог возвеличил Слово Свое, а не скучные монашеские молитвы, в которых не отображена и сотняя, и сотая доля нашей жизни. Нельзя любить те заповеди, которые скрыли от народа, а заповеди Его в Слове Его, в Библии, которую не дали народу, значит, скрыли и имя Божие, и самого Христа. Того Иисуса, который учил, заповедал исследовать Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих.
Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Певец-пастух на подвиг ратный не брал ни тяжкого меча, ни шлема, ни брони булатной, ни лад Саулова плеча. Но духом Божьим осиянный он в поле брал кремень простой, и падал враг иноплеменный, сверкая и гремя броней. И ты, когда на битву с ложью восстанет правда дум святых, не налагай на правду Божью гнилую тягость лад земных. Доспех Саула, ей оковы, Саулов тягостен шелом, ее оружие — Божье слово, а Божье слово — Божий гром.